На фото зубы нашего пациента Платона. Ему 2 года, и у него 10 зубов с кариесом и 4 с пульпитом. Платон очень боялся лечить зубы, и поэтому мы вместе с родителями приняли решение лечить в наркозе. Мы вылечили все зубы за один визит и восстановили зубы коронками и реставрациями. А сегодня Платон пришел на осмотр в Dental Fantasy. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Какие у тебя, Платон, красивые зубы. Платон у нас теперь с новыми красивыми зубами. Десна восстановилась, все очень замечательно. А я очень довольна, что мы решились на этот шаг. Мы долго очень думали, ждать или не ждать, но время ждать на самом деле не позволяло, потому что Платону скоро нужно идти в детский сад. Когда отсутствуют передние зубы, ему неудобно будет и есть, и нормально разговаривать с другими детьми. Поэтому чисто эстетически мы очень довольны, что исправили эту проблему. Конечно же, на детской площадке все заметили изменения, и родственники заметили изменения, все завидуют теперь зубам Платона, потому что улыбка его стала просто очаровательна. Я благодарю нашего доктора Ольгу Анатольевну. Она профессионально сработала. Ну, я вообще ни на минуту не сомневалась в том, что у нее все получится.